Дорогие друзья, уважаемые коллеги и соратники, прошел год с нашей встречи в Санкт-Петербурге на первом клинико-лабораторном форуме. И мы мечтали о том, что наша следующая встреча будет столь же радостной, интересной, увлекательной. И даже шутили о том, что нужно назвать вторую встречу второй, первый клинико-лабораторный форум. Встреча состоится. Мы это сделаем. Но жизнь внесла коррективы и изменила очень многое в нашей работе и в нашем повседневном существовании. Мы не думали, что нам придется столкнуться с такой ситуацией, тяжелой, инфекционной, очень сложной для всего мира и для всей страны. И лабораторная служба приняла на себя первый удар. Мы в первой линии обороны, мы в первых окопах. За нашей спиной клиницисты, больные, сотрудники других подразделений. Мы ставим диагноз, мы сталкиваемся с пациентами вместе со скорой помощью, вместе с приемным покоем, и дальше от нас многое зависит. Эти обстоятельства показали значимость лабораторной диагностики, подтвердили значимость лабораторной диагностики, подтвердили ее значимость в биологической безопасности государства, в целом в клиническом обеспечении пациентов. И наша встреча в эфире уже, чуть не сказала, в Санкт-Петербурге, но душой мы будем в Санкт-Петербурге с белыми ночами. Наша встреча будет посвящена во многом вопросам диагностики, организации диагностики коронавирусной инфекции, опыт регионов, опыт кафедр в дистанционном обучении, к которому мы пришли из-за такой эпидемиологической обстановки. Но мы не забываем и основную идею, идеологию, которая была заложена при организации этих встреч. Это наше взаимодействие с клиницистами. Это включение вопросов лабораторной диагностики в клинические рекомендации. Для того, чтобы в повседневной работе можно было опираться на доказательную медицину, опираться на знания, накопленные в разных ее областях, с уверенностью использовать лабораторные тесты, лабораторную диагностику в клинической практике. Эту мысль мы продолжим на нашей встрече и с помощью наших коллег, друзей, клиницистов и, конечно, специалистов, экспертов в области лабораторной диагностики. Мы очень рады будем встретиться хотя бы виртуально, хотя бы издалека посмотреть друг на друга. Мы уверены, что в дальнейшем наши встречи будут и очные. У нас впереди конгресс лабораторной медицины. А сейчас давайте готовиться к 25 и 26 июня, освобождать время для интересных сессий, к которым можно будет подключиться, и видеть друг друга на заседании профильной комиссии, в научных секциях, в образовательных секциях и также на секциях, которые организовывают наши друзья лабораторные компании. До встречи 25 и 26 июня.